Итак, друзья, неожиданно для всех, совершенно внезапно вышел патч 7.25. Он привнес огромное количество изменений, в основном они касаются изменений каких-то малозначимых характеристик, и также добавили новые аганимы и переработали старые. Собственно, в этом ролике мы с вами поговорим именно об изменениях аганимов, потому что они, на мой взгляд, наиболее интересны. Ну а также поговорим о более значимых изменениях, которые коснулись других героев. Начнем мы с вами с Баунти Хантера. Новый аганим у него достаточно интересно. Если вы помните, старый аганим у него просто давал какие-то там отскоки. Я, точно говоря, не помню, потому что не играю с Баунти Хантера, но, по-моему, у него были отскоки, что они скакали по героям по трекам. Если я ошибаюсь, поправьте. Сейчас же аганим у Баунти Хантера стал гораздо более интересным. Теперь он добавляет эффект джинады к его сюрикену. То есть теперь, по сути, сюрикен стал рейнджовой джинадой, так сказать. То есть мы кидаем, наша цель получает дополнительный урон, а также мы у нее воруем золото на расстоянии. Это очень удобно, очень прикольно, но, честно сказать, я не знаю, насколько это будет действительно использоваться в играх. Получается, Баунти Хантер наносит 322 урона чисто сюрикеном и еще 92 урона сверху за счет джинады. Получается 400 примерно урона и кража золота. Дальше у нас идет Дазл. Его аганим лично меня очень удивил, поскольку Дазл вроде бы как саппорт, а ему добавили аганим, который больше подходит, я не знаю, под какого-нибудь хардкерри, потому что Дазл с этим аганимом становится похожим в каком-то смысле на Медузу. В общем, что он делает? При покупке аганима теперь, когда мы будем кастовать любой наш скилл, будут раскидываться наши тычки на всех персонажей вражеских, которые находятся рядом. Выглядит это примерно так. То есть мы нажимаем хилку и автоматически кастуем тычку по всем находящимся рядом врагам. То есть там вроде бы до 8 врагов мы можем коцнуть своей автоатакой. Кастуем еще раз хилку. Как вы видите, все уникальные модификаторы срабатывают. И криты, и дезоляторы, и все, что вы купите, все будет работать на ваших врагах. Для этого достаточно просто хилиться, кидать кресты. Можно еще закинуть Poison Touch'ем. И просто разносить всех наших врагов в щепки. По-моему, это огромный просто импакт от одного только саппорта. А теперь, мне кажется, Дазл вообще будет каким-то хардкерри. Возможно, я, конечно, делаю поспешные выводы, но, на мой взгляд, этот аганим, ну, как-то прям неожиданно для Дазла. Мета Дазла керри снова в деле. Следующий аганим поразил меня прямо в сердце. Ушла эпоха. Теперь аганим Джиггернаута не улучшает его ульту, он добавляет Джиггернауту новую способность. Эта способность называется Swift Slash и представляет из себя не что иное, как просто укороченную версию ульта Джиггернаута. То есть все то же самое, только длится 0,8 секунд и имеет кулдаун в 15 секунд. То есть по сути ничего такого, просто урезанная ульта. Но блин, лично меня это поразило, поскольку у Джиггернаута никогда не менялся аганим. Ну плюс-минус он был всегда одинаковым, он просто улучшал ульту, я не знаю, со времен еще, наверное, первой доты, там 2007 года, если даже не раньше. А тут внезапно вот такое вот кардинальное изменение на одном из моих любимых героев. Лично меня это поразило, но в целом вроде бы как изменение к лучшему. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, в целом это тоже ульт, как я уже сказал. 0,8 секунды мы прыгаем, все те же самые модификаторы атаки у нас работают. Наносим большой урон, имеем маленький кулдаун на этом Swift Slash, плюс имеем еще и основной ульт. По-моему, это только усилило Джиггернаута. Возможно, я опять же ошибаюсь и делаю поспешные выводы, но по-моему, этот аганим не так уж и плох. На первый взгляд. Просто вот такая вот укороченная ульта. Немножечко поменяли аганим Марсу. Если вы помните, старый аганим сильно уменьшал кулдаун второго скилла во время действия арены. То есть там было около 1,5 секунды кулдаун, если не ошибаюсь. Сейчас этот аганим немножечко переделали, и теперь он навсегда уменьшает кулдаун второго скилла. Только не до 1,5 секунды, а до 3,5 секунды. Специально выключил ВТФ, чтобы можно было посмотреть, какой импакт вносит Марс с этим кулдауном маленьким. То есть реально мы можем каждые 3,5 секунды просто вносить вот такое вот количество урона. Это я даже без итемов. То есть по огромному радиусу будем вносить огромный критический урон. Это прикольно, с одной стороны. Следующий аганим принадлежит Snapfire. Valve наконец добавили ей аганим. И, честно сказать, он вас не разочарует. Он просто потрясающий, дико милый и очень прикольный. Собственно, что он делает? Он добавляет нашей любимой бабушке новую способность, которая называется Gobble Up. По описанию. Проглатывает крипа или союзного героя, чтобы затем плюнуть им во врагов. Цель может сидеть в животике не более 3 секунд. Обратите внимание, в животике. Очень милое описание. Мы действительно проглатываем союзника. Со звуком, кстати, первого скилла Дума. Еще раз проглатываем. И выплевываем его в наших врагов.
При этом они все оглушаются. Под нашим героем, которому выплюнули, создается лужа, которая наносит большой урон. В общем, примерно так это и выглядит. По сути, это как один плевок ультой, только вместо огненного шарика летит наш союзник. Самое крутое в этой способности — это рейндж. Мы хаваем нашего союзника и можем закинуть его аж вот до сюда. Вот такой вот рейндж действия этого скилла. Это очень прикольно. Можем практически там через несколько таверов прокинуть своего персонажа, чтобы он ворвался в замес с огромного расстояния. Огромное количество применений этой способности. Очень прикольный скилл. Я не знаю даже, как его описать. Это, по сути, ну, как бы, как ульта, только вместо огненного шара, как я уже сказал, наш герой. И плеваться можно так, на такой огромный рейндж, что это прям вообще удивительно. Это как тот стини, только еще круче, потому что там еще и горение накладывается. Короче, очень прикольный аганим, очень милое описание. Вот этот животик мне прям поразил в самое сердечко, так сказать. Тут опять же написано: выплевывай сидевшего в животике существо, нанося урон и оглушая противничков по большой области. Я не знаю, надо было прям все описание таким делать. Следующий аганим — это аганим на Баратрума. И честно сказать, я вообще не понимаю, зачем он нужен в этой игре. Он какой-то прям слишком слабый по сравнению с остальными аганимами. В общем, все, что он делает, это просто дает дополнительную скорость во время чарджа, ну, на сотку увеличивает, и уменьшает перезарядку до 6 секунд. То есть сейчас у нас перезарядка 11 секунд, так становится 6 секунд. Ну, грубо говоря, в два раза уменьшается перезарядка. Ну, я не знаю, в каких ситуациях это может использоваться с такой частотой. Вы обычно врываетесь и все на этом, убиваете персонажа. То есть мы ворвались, кулдаун 6 секунд, там наваливаем. Все равно это долго, 6 секунд — это охренеть как долго. Вот, и опять можем ворваться. Вот, и как бы большой разницы я в этом не вижу, просто уменьшение кулдауна на 5 секунд получается, и все, и увеличение скорости чарджа. Следующий аганим — это аганим на Террор Блейда. Он дарует новую способность террору, но, как видите, ее нету. Она появляется только во время его формы. Прожимаем форму, и видим, появляется новая способность, даже с новой иконочкой, называется она Террор Вейв. Ну, в целом она такая же, как и была до этого, просто, типа, вынесена на отдельный скилл. Нажимаем ее и просто пугаем всех наших врагов. Раньше она была, по-моему, просто ты применяешь форму, и все враги от тебя разбегаются. Теперь это уже отдельная способность, которая вот позволяет кошмарить всех наших врагов, и они будут бежать на базу. Ну и последний на сегодня аганим принадлежит Void Spirit. Ему тоже наконец-то добавили аганимчик, и он тоже достаточно прикольный. Собственно, что он делает? Он добавляет два дополнительных заряда нашему третьему скиллу. А плюс ко всему этому, он добавляет этому еще скиллу возможность давать сало. То есть теперь, когда мы подходим к врагам, прожимаем Ешку, мы помимо щита даем нашим врагам еще и сало на несколько секунд. И при этом всем у нас есть еще второй скилл, опять же мы можем второй заряд, и мы опять же можем еще раз кастануть этот скилл. В общем, вот так вот это выглядит. В общем, интересный аганим на Void Spirit, интересное решение, сало, на мой взгляд, ему как раз таки не хватало. Ну что ж, с аганимами закончили, идем к самым важным изменениям, что лично меня заинтересовали. Лично меня порадовал баф Клингза. Теперь своим деспактом он может с самого первого уровня жрать самых сильных крипов. То есть неважно, какого они уровня, мы можем кушать вот прям с самого первого левела, можем захавать уже сатира и получить за это пол левела сразу же. При этом все, мы еще получаем дополнительное здоровье в 250 и атаки уменьшают броню на 2 единицы. То есть следующее любопытное изменение получил Фурион. Теперь за каждого убитого крипа своим ультом мы будем получать дополнительный физический урон с руки. То есть как это работает? Мы просто кидаем ульт и наблюдаем, как капает нам урон. Мы получили 36 дополнительного урона. Так, секундочку, давайте попробуем еще разочек ультануть, потому что я не совсем понимаю, как это все действие работает. Вообще, как вы видите, этот как бы баф, он висит достаточно долго. То есть не показано, сколько он длится, но так-то он длится вроде бы как всего 50 секунд. То есть за один проказ мы получаем примерно 50 урона. Достаточно любопытное такое изменение, учитывая, что это даже не аганимо. То есть мы просто, убивая крипов, будем получать дополнительный урон. Следующее интересное изменение коснулось тревелов. Как вы видите, они теперь больше не активные. Они все так же нам дают плюс 44% скорости передвижения, но теперь не дают нам возможности телепортироваться, поскольку теперь они просто улучшают наш
наш ТП-скролл, который лежит у нас в отдельном слоте. То есть мы все так же можем телепортироваться к нашим, например, там, союзникам, крипам и товарам, но при этом мы теперь получаем уменьшенный кулдаун этих телепортов, теперь он откатывается всего 30 секунд с новыми траволами. Мы теперь не расходуем наши ТП-шки, можем таскать с собой только одну ТП-шку, и она никогда у нас не кончится. Ну и, наверное, последнее изменение героев, которое меня дико удивило, да и не меня одного, все комьюнити сейчас от этого просто в шоке. Теперь на последнем уровне у Тейкиса появился талант, который увеличивает скорость передвижения всех мин на 75. То есть вы представляете себе эту ситуацию, какой-нибудь условный Тейкис ставит миллионы, там, я не знаю, мин, и просто спавнит их в одну кучу, берет их и начинает вести, не знаю, к трону врага, к баракам, к товарам, и просто все это в один прекрасный момент просто взрывается. То есть 75 это не такая уж и маленькая скорость, как может показаться. На самом деле мы можем заспавнить кучу там, я не знаю, всяких вот таких вот мин и просто пойти с ними вместе в трон. Конечно, нам не позволяют спавнить их прям совсем уж близко друг к другу, но тем не менее мы можем наспавнить их на разных частях карты и потом уже их собрать все в одну кучу и просто идти маршем мин и пушить трон. Это будет очень смешно выглядеть. Я уже вижу какие-то там нарезки на Dota VTF, как куча-куча мин под какую-нибудь смешную музыку идет к трону, к, я не знаю, там, к баракам. И это если ты просто провтыкал этот момент и не успел их отпушить, то считай все, ты потерял трон. В общем, вот такое вот любопытное и смешное изменение. А, ну еще Valve переработали кучу итемов, но больше меня удивил Bloodthorn. Теперь он собирается не из Кристаллиса, а из Орчата и Гиперстоуна. Соответственно, теперь никаких критов Bloodthorn нам не дает. Он просто дает интеллект, 85 к скорости атаки, кстати, чего раньше не было. Вот такой вот теперь странный артефакт получается. Еще меня сильно порадовало изменение Battle Fury. Когда-то давным-давно он собирался примерно так же, только он собирался из Broadsword, и клеймор, то есть вместо Мифрилхаммера здесь был клеймор за 1400, а во всем остальном все так же, короче, было. Потом в один момент он стал собираться из Demon Edge, а теперь Valve пришли примерно к тому же, с чего и начали. Теперь он собирается с Бросворда, только вместо клеймора, теперь Мифрилхаммер. Опять же, теперь BF собирается из 4 итемов, которые стоят примерно одинаково. Итак, друзья, вроде бы как это все самое интересное, что я нашел, что лично меня заинтересовало, поэтому если я что-то пропустил, что-то реально там важное, чего я еще не сказал, то пишите в комменты, комментарии по поводу того, какое изменение, по вашему мнению, самое интересное, самое жесткое, и вообще, что вы думаете об этом патче. Улучшило оно доту или ухудшило? Ну, а я с вами, друзья, не прощаюсь, еще услышимся.